сразу заедешь, тем лучше. Ты до конца доехал? Я не до конца, только перед последней ступени. Если ты повернешь рано, Илюха, у тебя будет три подъема вертикально. Поэтому нужно повнимательнее. Чем ты дальше заедешь, тем будет чем. Гаврил, заехал с третьего раза. Попробуй не первого. Попробуй несколько опытов сделать. Поспокойнее, ничего не ждай. Если получится, положи машину на бок и все. И направо. Повнимательно. Не-не, попробуй со второго, с третьего раза. Получится. Доезжают ноги. И не прыгай, сразу же облизывай и газуй прям вообще прям в пол. Вот смотри, идет ли. Как Гаврил там заехал, да? Гаврил заехал с третьего раза. Но вот где его мотануло, там его таскали на веревке. Не закрываешь, обрубаешь сцеплением кочки. Понял? Чтобы мотор не прикрывался, и инерции не хватит. То есть газ у тебя зафиксирован, а облизываешь сцеплением кочки. Только не прикрывай газ. Свидетели все-таки. Нет, ты подыгрывай. Я когда его пытался заехать, то ты по мотику двигаться приходилось. Потому что где цепуха, он у тебя буксовать начинает, и как бы жопу надо подгрузить. А потом зацеп выхватывает, тебя газ лить начинает. Вот этот момент подрубай сцеплением, только газ не прикрывай. До чувака можешь ехать на ровном газу, точнее вот где видишь двое раздетые стоят, но можешь на ровном ехать, а вот там где раздетый прям блять максимально открывай, там надо выпрыгнуть и пролететь вот эти 3 метра. Если их не пролетишь, не заедешь, пролетаешь, там можно стать. Yes. Sure? Thank you. Up, up. Yeah.
Спасибо. Это был финиш 4-го дня Red Bull Romaniacs. Это единственный день, который доехал до конца, но 2 дня мне засчитали по чекпоинтам. В общем, я 2-й раз финишер. Red Bull Romaniacs класса Silver. Это было безумно тяжело. Я не хочу мотоцикл видеть ближайшие несколько недель. Всем пока, до встречи на тренировках. А, до встречи на буйнах через неделю. Мартин, what can you say for Russian enduro riders? For Russian something enduro riders, very important. I first of all, Ilya, I would like to thank you because you are one of the opinion leaders in the hard enduro. And I remember when you started and Vladimir coming in the first years, and it was only a very very small amount of Russian riders. And now the hard enduro scene is growing. What? 35 exactly, it's the 5th strongest nation in Red Bull Romaniacs. So for being such a young sport in Russia and growing so fast, it is it's good to see, yeah? Is that Timofey in a white helmet? Okay, he has some sort of a problem, it looks like. Подожди, пока он не уедет.